Югра поможет стать здоровым. Лечение в медучреждениях региона смогут получить больше 1300 иностранцев. Оказать услуги такому количеству пациентов запланировано до 2024 года в ходе реализации национального проекта «Здравоохранение». Окружные планы при этом еще более многообещающие. В рамках региональной программы развития экспорта медицинских услуг число иностранцев, которые пройдут лечение в больницах автономии, составит не менее 1700 человек. Сейчас в Югре идет работа по созданию специального интернет-портала. Там будет размещена полная информация о возможностях окружной медицины. Будет сайт на английском языке. На портале пациент сможет выбрать необходимое для него лечение и получить путевку в нужную клинику.